Бля, я чувствую, как мне яйца сейчас будут так бить. Опустошать мои яйца! Опустошите мои яйца! Опустошите мои яйца! Прямо сейчас! Амбутакам! Погнали! 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 Вы готовы? Вы готовы к разъебу? Все, пизда, все, пизда, 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 пизда. Погнали. Damn, 2023 was amazing, dude. Чего? There were so many different plays, there were all these different events, dude. I'm speechless, man. Yeah, dude. Forms FC on Hard Rock 2 was pretty crazy in Grand Finals. That play was really good. But a Colibet 17 round table boys. Malashevsky versus Emrek. Come on, dude. I've never seen a more insane match in my life. It is cool. Yeah, that was pretty good, I can't lie. 2023 was the new era, huh? You could say that. You could say that. Yeah. Актёрская игра. Rewind, dude. Oh shit, you know what? Last year I think Sync did the OSU 2022 rewind. What if we hired Sync? And his team, and we did something together. Oh my god, that would be sick. Oh shit, the dryer! Damn, dude, I completely forgot I started that. I'm gonna grab that. Короче, 23-й пиздец ебанутым был. Сушилка, кстати, у них это закончила работу. Пицца? Они хотят заказать что-то. Пицца? Let's go! Пиццу с ананасами хотят заказать. What the hell? Ебать. О нет, о нет. Where did my clothes go? Тут нету субтитров. Guys, this isn't funny. О нет, о нет. Carry you? О нет. Что это за хуйня? О нет. Stepson, help me, this isn't funny. Что это? I'm stuck in the dryer. What? Пошло. Ебать! Погнали! Ебать! Ебать! Бля, это интруха! Это интруха ведь? Это интруха! Бля, ебать! Ебать. Разъебывает, разъебывает. Ебать. Ебать. По звуку нормально? По звуку нормально? По звуку нормально? Окей. А, чё? Окей. Чё? Почему оно... Не, не X2. Оно не X2. Ебать! Ебать эффекты! Ебать! Бля,
Меня одного заебывает то, что оно постоянно в тебя пау, пау, пау. Меня одного это заебывает чуть-чуть. Ну в целом охуенно пока что. В целом это пока что охуенно. Struggling to read low AR? Minus infinite approach rate patterns got you feeling patterned out? Well, fret no more, my friends. This brand new solution will wipe away your suffering. Introducing Osu-Silamine. That's right. Osu-Silamine is the revolutionary new product developed by the brilliant minds at Litsviera Research Labs. Our motto is... Litsviera! Litsviera! В ревайнде. Litsviera в ревайнде. ...your memory, turn you into a memorizing machine. Litsviera Research Labs guarantee significant improvements in memory and visual processing. Playing with the approach during the 9 is not recommended for at least 10 hours after consuming the product. Side effect may include motion sickness, nausea, and an unforgiving headache. Я не понял, мем. Я не понял, мем. Ну ладно. Уф. О, ебать. Бенчи добавили? Нихуя. Это жесткий скор. Я помню этот скор. Блять, почему оно? Какой перевод! Какие переходы! Ворская РП? Мне кажется, Ворская Аэроплеера либо Аклебеда будет больше всего. Ворская Аэроплеера либо Аклебеда. Даже не Мрэка почему-то. Я не знаю почему. Сейчас будет? Что? Еба. Еба. Потрогал траву. Вот это был охуенно шоу матч. Это был охуенно шоу матч. Это был охуенно шоу матч. Анваки. Ебать. Это гениально. Это было хорошо.
В том году? Я думаю, это был 22-й. Оно, слышите? Оно по хронологии идет. Мы только на апреле сейчас. Ой, на мае. Мы только на мае сейчас. Оно по хронологии идет, я правильно понимаю? Или нет? Или нет? Да, оно по хронологии идет. All of a sudden, Freddy Benson quit play and went inactive. It looked like everything was over, and the reign of Freddy Benson was to be forgotten. Бля, Фара ведь все еще в топ-10. Сука. Я того все ебал. Это, скорее всего, не только у меня, это у всех. Что за мышап? А. Бля, детализировано очень. Очень детализировано. Ой, ебать, как детализировано. Ой, ебать. Ебать. Блядь, оно опять скипнулось. Я не знаю почему. Принц оф диско. Это чё? What is this? What? Oh, there it is. Да блять, не скипайся, я тебя прошу. We just got an information that after 20,000 attempts, the Cushman men finally have seen identity. Обнови страницу? Бля, сейчас, я не хочу. Мотал трай, да? Давно я мотал. Это ебанутый скор. Я считаю, что этот скор
Ну, недооценен. Это ебанутый скор. Одна сотка на этом. Это не это ебанутый скор, извините. Это ебанутый скор. Одна сотка. Чего? Чего? Это же 22-й год. А. Блядь. Извините, извините. Я вообще провал в памяти полный. Извините, друзья. А клебет? First player in Osu history to reach 25,000 PP. The only player to fill their entire profile with nothing but 1,000 PP plays. Six of the top 10 highest PP plays in Osu history are his. And soon, the most time spent at number one in total. This guy actually kind of has a chance to get close to me. Ебать. So, I think it's time I actually try. Ебать. And I will say this to Okoyebed, there is absolutely no chance you are getting this crown from me. You are not even touching this crown. It is mine and only mine. Дабстеп межа? Погнал! Ебать! Делаешь! Максон! Делаешь! Делаешь! Stocks are rapidly going up in the middle of his ridiculous pop-off. Will he be the next player to take the number one spot and dethrone Emrek? Охуенно. Мы, кстати, говорили, что меня в реванде не будет. Но потом Миша сказал, что типа... Зумкуги сказал, что типа... Смотри и увидишь. Я не знаю. Либо он наебал меня, либо... Посмотрим. 11:44! Сейчас? А, ладно. Хотя... Что? Что? Ну нет! Нет! Что? Ну не так же! Ну не так же! Что? Ладно, я доволен, я доволен, я доволен. Похуй. А было мое. Два раза. Ура, я сверху, я сверху, я сверху, видите меня? Я сверху, я сверху, я сверху, я сверху. Я был там. Похуй, все, на остальное похуй. Ебать!
неплохо. Те, кто знает. Ой, я в чате. Видели? Ебать. Ебануться. Я задыхаюсь. Так. Торнамент. Пошел. Почему на этом 110 зрителей всего лишь? Дедроуд, а ты на стриме? Дедроуд. Дедроуд, мы можем пойти в Дискорд потом? После ревайнда. Просто... Ну, ощущения от ревайнда в целом спросить. Если хочешь. Левап, окей. Ваню тогда позовем. Ладно, не надо такое. Я не хочу отдыхать. Мы вместе все? Казахов нет. Точно нету казахов? Бля, это ёбаный этот скор. Бля, я это в лаве смотрел, это был просто пиздец. Честно слово. 99. Бля, вот в том году у Кореи были шансы, в этом году Корея... США все еще выиграет. В Аксе, конечно, точно играть не будет,
Но у США, мне кажется, все еще. Все? Memberships. Click the join button to help enable passionate people from the OSA community to continue creating. Досмотри до конца. Things. Click the join button now, and with your help, OSU Rewind will return. Thanks for watching. Бля, я чувствую, что концовка могла быть гораздо, ну, как-то поплавнее, оно как-то, концовка слишком резко. Я что-то не ожидал, что прям вот резко вот так вот, как-то поплавнее, хуй знает. Охуенный ревайнд, охуенный ревайнд. Просто крутой. Hello? Is anybody there? Турнирная часть, да, ну там ОВЦ только. I'm still stuck. Шоу-матч. Все?